Так, теперь надо... Ой, сетевой взлом, правда, что ли? Ага, я буду находить людей 300 миллионов лет, по-моему. С тем, как получится сетевой взлом сделать. Вон из машины урос. Мне осталась последняя часть расследования. Я не знаю, что там делать. Все? Перестал звонить? Все, видеть? Ей, я анархист. Здесь, конечно, потрясающе это. Она так нужна, эта система морали здесь. Она такая охренительная. Берете, проходите задание и портите себе плохую мораль. То есть плохое. Плохое отношение к людям. Так, ну вот это замечательно. Просто отлично. Лучше быть не может. Что она пытается погрузить? Почему мне не хватает чего-то в системе? Хотя она полностью не загружена. Я не знаю. Может, нужен какой-нибудь... HDD Raptor. Троллит религиозные формы. Норм, чувиха. Правда, капец, все страшные, но... Типа особенный, да? Я, наверное, такой же, чё. Так. Выше, значит, не здесь. А -а -а. Может, выше? Нет, выше тоже быть не может. Стоять, кто-то был фиолетовый? Мне показалось, видимо. Так, что-то... Мне показалось, что фиолетовый цвет окрасилось. Не понимаю, что значит найти тайник DeadSec? Что это значит? Может, подожди, может, я должен в один из магазинов зайти? Я пробежку устрою вас, вы не против, месье? Дважды банкрот. Отличный, кстати. Отражение. Просто смотрите на это отражение. Вот оно отражает все, что есть здесь. Смотрите. Почему? Эти растения сношаются? Что с ними? Cold fear. У брата за год портфолио просто... Так, не здесь. Окей. Что я упускаю? Что вообще здесь может быть? Что здесь может быть? Может, с другой стороны? Ей, нейтрализовал.
Чем помочь? Всего доброго. Блюм, наверное, тратит на пиар не меньше, чем на разработку. А можно побыстрее немножко кофе пить, который мне ничего не дало? Толком. А, окей, я только что у сатаниста взял. Забрал. Серьезно? Здесь снизу что-то было, твою мать. Ну здесь запрятали, конечно, просто отлично. И что-то совсем забыл про это место, если честно. Нёп. Идет перезагрузка Дэдсек. Эта армия готова к битве. Но она скована собственными лидерами. Да, у нас есть лидеры. Хоть это и отрицается. Но их больше волнует треп в социальных сетях, чем решение реальных проблем. Пролилась кровь. Любая война начинается с трагедии. Кто-то серьезно расстроился. Эйден говорил мне про лидеров Дэдсек, Дэйвов. Они-то и нужны. Все? Не будешь больше звонить, прерывать мне диалог, да? Окей, вот. Так, а что там наш друг из Дэдсек? Он звонил кому-то. Так, секундочку, я тогда сразу себе отметку поставлю. И поедем, и помчимся, нихера себе, куда мы? Это просто обосраться. Ладно, заедем в магазин. Так, я собрал их в одном месте. Если хочешь денег, отправь туда своих людей сейчас. Никто не должен уйти. Говнюк заказал своих друзей, чтобы подставить соперников. Вообще-то мне на них положить, но он хочет начать войну, а это очень-очень хреново. Так, еще одно? Серьезно? О май гад! Что ж вы все в такой жопе-то, а? Хотите друг с другом сношаться, ну или что там еще вы делать хотите? И теперь, наверное, придется пешкадралом. Так, где моя точила? Доставьте мне какой-нибудь. Какой-нибудь спорткар. О, нихера себе. Ей, наконец-то Uplay рулит. Ладно. Проехали. Этого не было. Помешал ему, понимаете? Помешал. Не-не-не, CTOS Mobile. Не-не-не. Я наездился, спасибо. Помешал ему почтовый ящик. Слишком широким оказался для него. Ну или ящик оказался слишком широким. Кого нельзя оскорблять в вашей стране? Ящики людей. В принципе, нормальным людям вообще сложно жить в мире. Сейчас. Пидерасты. В теме. Потом. Как это сказать-то? Пидераски в женской. В женском обличии тоже. А нормальные люди им вообще, вот я не знаю, скоро серьезно, нормальные люди исчезнут. Ну как нормальные? Гетеросексуальные, что в принципе нормально. Ну и мне так всегда будет, найдется местечко, я буду так, знаете, туда-сюда, сюда-туда. Расследование начинать. Слушай, вот, сюда, советом эй, Дэйвов. Кто-то из ваших нанял устранителей. С минуты на минуту вы окажетесь по самые уши в дерьме. Откуда инфа? Неважно, времени нет, сидите тихо. А я просто тут из гранатомета постреляю. Т-1.
Какая туса. Наемники скоро будут здесь. Нужно подготовиться. Получить. Бесконтактное СВУ. Окей, я даже не знаю, где они могут пойти. Так полагаю, вот здесь. Тут. Ну, может, здесь. Где еще могут быть? Здесь я все заминирую нахер. Они просто обосрутся. Подходить сейчас. Ой! Ой, я забыл про себя. Упс. Немножко фейлов. Немножко фейлов. Да. Упс. Ну так получилось. А ты долго будешь прогружать вот эту мили-писечку? Мили-писечку? Ну давай. Наемники скоро будут здесь. Нужно подготовиться. Забыл про себя любимого. То что мне-то не стоит лучше подходить к ним тоже. То мало ли бомбанет. Так, сначала... А, во, показывают. Во, показывают, где они могут быть. Я на самом деле... Бум. Бум. Наверное, надо машины было взрывать, да? Сначала. Так, еще. Тихо. У меня есть еще минута 15. Так. Одну поставим вдаль. Вторую поставим сюда. И третью куда-нибудь на подходах, вот сюда, на всякий случай. Главное, самому не взрываться. Ну и вот эти уже расставим поближе к нам. Так. Сюда. Сюда. И сюда. Я готов. Ну чё, козлы? Давай. Атакуй. Блин, сначала прочитал смертельная винтовка, а не скорострельная. Поехали, давай. Понеслась. Найс. Фига себе, вы слышали этот взрыв? Где музон какой-нибудь эпичный? Чёрт возьми, вас стреляют! Дурак. Герои мрут на поле боя. Да-да-да, ты вообще капец, герой. Это все? Серьезно? Мы благодарны. Ну охренеть. Зачем ты нам помог? Были причины. И вы, засранцы, теперь мне должны.
До хрена. И еще чутка. Серьезно, это все? А, обыскать, я боюсь нарваться на свою собственную мину. Что мне обыскать-то? Фак, да ты что, издеваешь, что ли? Что остальные дэйвы просто растрачивают наш потенциал. Чтобы сохранить наши цели, наши идеалы, мне остается только одно — убрать их. Однажды мы займем подобающее место. О нас будут говорить, как о тех, кто изменил мир, кто не побоялся пойти против сильных мира сего. И тогда люди поймут мои мотивы. Братья умрут во имя нашего дела. Дело, о котором они позабыли. И где моя потрясающая ачивка за завершение всех расследований? Я же все завершил. Или еще нет? Ну да, все. Завершите расследование, завершил. Так, ну и осталось еще 4 задания. Это я уже. Этим я уже заниматься не буду. Аудиозаписи как-то сами идут по себе. No achievements, bro. No achievements for you. Так, я лучше перемещусь сюда пока что. А, я не смогу по-другому. Ну а вы перелетайте сразу к заданию. Но перед тем, как мы пойдем, прокачаюсь-ка я. 15 навыков. Охренеть. Нет, давайте сначала возьмем задание. Потом прокачаемся. Узнаем хоть что за задание и что мне нужно будет. Последнее задание части 2. Из 3. Так, его связи. Машина припаркована сзади. Надо взглянуть. Его чья? Если повезет, чувак уже успеет накатить. Так будет проще. А! Ах ты гей, проклятый! Декстер в деле. Райкини у нас. Да, около бара. Он у твоих. А, ну вот, он сказал то, что он около, на баре около бара отметился. Это мудила, которого искали. Этом расследованием занимался, ДЦ-ку помогал. Ух ты, на движке, смотрите-ка. Мощная штука. Ладно, не впервой. Вперед. О боже мой. Ну блин, я его...
Я же его уделал, когда за Лайден Пирса-то проходил. Это что, миссия по приколу-то? Да, я это сделал. Что это? Китами? Ну, я хочу еще дать еще. О, боже мой, вот это плющит. О, они меняются. Фак. Только что глюк был, видите, три. Сказали нажать, или я что-то нажал случайно? Да, давай водить машину в таком состоянии. Вставай. О боже мой. Правда, машину не ведет. Преследовать, а убивать-то можно, в смысле, подъезжать к нему близко и так далее. Ну мне можно, я под кетамином. Я наркоман поганый. Наркоманы на дорогу вышли. Сейчас, знаете, мимо бабок прохожу и такие, не, все нормально. Все нормально, чистый. Все вообще не вовремя. Хотел узнать, не нужна ли помощь? Знаю, просто я не хочу быть трусом, но... Я трус, и это мерзко. Да не все. Все в порядке. Стоп, ты что, пьян? Ну, нормально просто. Детское понимаю, питание. Да. Перезвони, как отпустят. Ща, классно вообще. Надо было на медведя у меня в транквилизатор убивать, но... Типа он, видимо, так сильно... Он на связи. Много кушал энергетиков, что ему вообще наплевать. Или может батарейками энерджайзер пользоваться, или заливал... Все, что было в них, когда чек получим, в себя. В белую нам не провести. Понадобится несколько дней, чтобы мы могли все нормально разрулить. Разруливай, а? А чего дефолт? Психу деньги не нужны. Фак, они появились из ниоткуда? Странный. Это как дефолт. Песня мистера Кредо. Я думал, после прошлого раза он убрался с Чикаго. Песня Лаве. Блюмы крыса спелись. Долбогремучая долбосмесь. С помощью дефолта Блюм меня найдет, как бы я ни ныкался. Да, он крутой. Выход у меня один. Запалить сучонка первым и уничтожить. Вот там песня. Давай лови, 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 давай лови, лови. Оно реально подходит под то состояние, в котором сейчас находится Тибоун. Еще можно хейж боля, боля. Эйч, боля, боля, ла. Там еще про амфетамин есть. Вообще потрясающие темы. Поищи для меня кое-что. А то. Видишь, где я? Поищи вокруг сетки. С идиотскими названиями. Смайлики, псевдографика. Ничего не вижу. Стой. Вижу закорючки. Да. Похоже на мышиные хвосты. Нашли. Перешли координаты компа. Есть. Так, что у него на компе есть? Я здесь был, кстати. Я не зачем-то охотился. С головой вроде получше, но кажется, сейчас вывернет. Надеюсь, я знаю, кто заезжать. С Блюм поможет. Да, думаю, мне повезло. Блин, нельзя, что ли? Только бы не блевануть. Так ты... Покуха. Фан. Хорош. Тише. Урод понял, да, электрошокер, это никто не отменял. Между прочим. Кто там шастает? Просто случайно взорвалось что-то.
Все с ним нормально, просто оглушили парня. Твою мать, охренеть! Опять какая-то ерунда. Ищите уже. Мне надо использовать, то есть мне надо подвести. Нужен двойник в Dot Connection. Зачем? От пресс скрываешься? Нет? От пресс... Что там? От профи? Фак! Как вы сильны в обнаружении-то, а? Как бы мне так зайти, чтобы так не облажаться? На самом деле я здесь уже был. Просто не помню зачем. Но был. Отлично. Просто взял и поджарил ему соски. Поджаривание сосков в пятой степени тоже норм. Здесь меня здесь никто запалить не может, пока я юзаю. Черт. Так я неделю буду его отслеживать. Некогда. Надо его как-нибудь спровоцировать. Пусть ошибется. Надеюсь, он заметит. Эй, дефект! Разговор есть! Так что звякни ко мне! Слушай, а чё так херово-то все? Я ожидал чего-то помасштабней. Даже чутка разочарован. И раз уж тебя нет, я тут поковыряюсь немного. WKZ-TV, будет интересно! Ха-ха! Чёрт, сигнализация, ну конечно! Скачать вирус в ноутбук. Что, серьезно, меня заметили? Лол, что? Окей, вообще логика на грани фантастики. Магическим образом они узнали, где я нахожусь. Магическим. Просто геймдизайн 50-го левела. Пойду закачивать, что ли? Ничего личного, окей. Там, наверное, надо закачать и ждать некоторое время. Ага. Вот ты где! Вижу объект, я с ним разберусь! Я подогнал! Сюда! Так, я дерево навыков, пожалуй, прокачаю. Да, так. Существенно уменьшает урон взрывов. Нахер. Предельная концентрация. При низком уровне здоровья восполняет концентрацию. Скорострельность полутемнических пистолетов. Точность прицеливания снайпера. Кучность стрельбы из автоматического. Зачем? Значительное мгновенное восстановление. Ну вот это хорошо было бы. Бесконтактное СВУ нахер. Сканер сети ОС нахер. Спец по бездорожью. Ну я даже не знаю, у меня столько очков навыков и некуда девать. Сюда, допустим. Кто пришел? На, в общем, получай гранату. Я тебе... Так, спокойно. Мне бы еще СВУ тут сделать. Было бы шикарно.
бомба! Так, еще музон отыграет, по-любому какой-нибудь эпатажно лицензированный. Выслал голову из бомбы было стопудово. На самом деле это я просто сначала взорвал, потом. Че, серьезно? Везунчики. Везунчики! Надо у них оружие поподбирать. А то я хожу с каким-то гоблином поганым. На тебе еще и СВУ получай. Ты что, серьезно что ли? Так, все, я пошел, ну, давай, выхожу на траву войны. Фак. Что-то я хреново на трупу войны вышел как-то. А у меня есть за концентратор должен быть. Ну чего ты отвернулся, а? Писюн. О май гад. Все, готово. Убитый. Ну блин, это просто было потрясающе. О, сигнализация заиграла. О, мы магическим образом узнали, где ты. Хоть ты был за зоной. Окей. Используй его быстрее и чаще. О боже, серьезно. ОМГ. О, таки решил поговорить? Ну, амиго, я занят. Оставь сообщение. Хз, что тут делать, если честно. Так. А, стоять. Окей, это готово. Так, и что дальше? Так, ну это может подать сюда. Тогда это пойдет так. Чего-то я вообще сейчас не понимаю. Вот так. Теперь так. Теперь жопой об косяк. Охренеть. Замуты. Эй, ты, выродок грудастый! Ты меня назвал к истории! А ты заходи как-нибудь! Потлатая херня стопудово. Малописечная. Морковку свою трасти, понял сначала? Иди поухаживай на ней, грядки там раскопай. Старое здание умений. Опа. Лажанулся ты. Да, Ubisoft, вы тоже лажанулись, потому что не показываете, как открываются губы. Да, скорее всего, в этот... в ачивку, который дается за проведение всех расследований, привет, входит еще и находка всех аудиофрагментов. Самомнение у него шкалит, но не на пустом месте для него все это игра. А фу, я гражданский зашел. Ты истебёшься, что ли? Я бы предложил помочь, но... Лучше ты сам, да? Я хочу жить. Да, пожалуй. Какую-то херню наоткрывал. Все не так и все не то, когда твоя девушка больна. Когда больна. Та-дам, та-дам. Неважно. Это что-то... Нет, я не о своем.
об обидном. Как бы, я вот не знаю, когда обиднее, когда девушка больна или на голову, или все-таки когда ее нет. Хотя иногда, наверное, когда больна на голову, это наоборот хорошо. Так, мне взрывать тебя, наверное, придется, да? Окей. А, ну дайте угадаю, я, по-моему, уже пробовал, и здесь не взрываются заборы, да? Так, ты, конечно, прости, но граната, я не знаю, что ты здесь делаешь, но по газонам нельзя ходить, они взрываются. Нет, он не сдох, нет, был тротуар, прости, браток. Честно, не ожидал увидеть здесь тротуар. Обычно идешь по улице, там дорога, 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 и тротуара просто не существует. Тротуар это... А, тротуар где-то должен быть в небе. Сама сбогойна. Я сбогоин. По полной плагами. Целых полкилометра до следующей миссии. Не могли меня сразу перевести? Полкилометра гнать теперь. Не, ну, на самом деле DLC большое. В принципе, даже денежку не жалко, наверное, за него. Отдать будет. И вполне такие интересные, хорошо миссии построены. Разнообразные. Если... По-моему, его сделали как раз Ubisoft Париж. Видели, там было написано вначале Ubisoft Париж, потом Ubisoft Монреаль. И если это реально так, то есть это делали не Ubisoft Монреаль, то Ubisoft Монреаль надо вытащить руки и вставить в жопу, потому что они ничего не умеют делать. Вместо них все игры отдать кому-нибудь другому. Так, я вот не понимаю, смотрите, смотрите, как неожиданно. Опаньки. Я даже скриншотил. Энергетик, ну-ка в жопу, твой энергетик. Так, музыку, если убери что, эту. Заходите. Смотрите, как неожиданно вдруг человек, который спал, станет вдруг неожиданно. Опа, видите, да? Чё, ты спал, хочешь сказать, что ли, да? Вот так тоже, знаете, подходишь так к студентам, которые сидят на последнем ряду и спят, будучи лектором, если ты. И все. Чё париться? Зачем? Спокойно, спокойно. Говорите им, что вы там спите, или потом на лекции, во время сессии и так далее. Опа, деньги, точно. Все, деньги забыл забрать. Не убивайте. Все нормально, я анархист, пошел в жопу. Анархия, власть, в порядке и как минимум толстых женщин. Убегай, 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 давай. Никого нету. Напишите, что у вас случилось. Кто-то вовсю палит. Приезжай. Вы меня слышите? Не вешайте. Нет. Трубку. Она не слышит тебя. Это был не я. Интересно, что они будут делать с трупами? Давайте посмотрим. Такие, черт, поздно, пусть лежат. Или черт, рано. Еще пролежни не появились. Действительно.